С 1 января в налоговом кодексе РФ произошли изменения. Теперь подоходный налог 13% будет взиматься и с авансовой части заработной платы. Удобна ли такая система для ульяновцев? Да, я знаю о такой системе. Ну, пока да. Особо на себе еще не почувствовал. Не знаю. В практике все будет известно, в принципе, чем могу сказать. А мне как организации без разницы. Я, то есть, оплачиваю так же и все. Ну, это же на с общей суммы, да, на да. сумму не влияет. Но мне без разницы. Да, очень удобно. Если сумма, конечно, не меняется, то без разницы. Вообще это некорректное изменение. Я считаю, что 13% и так зажимает со всех сторон. Ну, на самом деле нет. Ну, я вот предпочитаю больше старые правила, а нововведения как-то не нужны. Нет, наверное. Ну, я думаю, что нет. Наверное, однократно-то лучше. В целом, многие изменения не ощутили. В большей степени новые правила касаются бухгалтеров и предпринимателей. Ведь конечная сумма налога и заработной платы для работников не меняется. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.